Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, я с вами Марина. Сковорода антипригарным покрытием ВОК с ручкой, диаметр 28 сковороды. Выпуклое дно, вы видите, толстостенное. Как приготовить, как обработать перед первым использованием, будет ссылочка под этим видео. В предыдущем видео я вам показывала доску гладильные, но они были в коробках. Сейчас я уже смотрю, что они без коробок. Полный рост поставили. И вот наглядно показываю, как они выглядят. Какие они сами по себе. Цена гладильной доски 773,50. Дальше я увидела набор кастрюль Хозяйка 3 литра и 5,5 литров. Вот такие кастрюли. Производитель Российская Федерация. С декором вот такие. Сейчас мне надо поставить куда-то и вам показать. Вот такие наборчики. Вот они. А крышки там, наверное, внутри. Спрашивать надо у девчонок. Так, вот она. Так. Надо, кто тут производитель, смотрите лучше. Нету никаких недочетов, я не вижу. И внутри, в этой тоже все отлично. Вот такие кастрюлечки. Кому нужно, приобретайте. Челябинская область, город Магнитогорск. Производитель. Так, вот такие, смотрите. Стульчики, уже их распаковали. Цена стульчиков 1205 40 рублей. Вот такой 1205. Салфетки из микрофибры. 5 штучек 30 на 30 микрофибра. Вот такие 5 штучек, смотрите, 49,50 цена этих салфеточек. Производитель Россия. Гель люкс 1 литр 37,50. Вот такой гель люкс 1 литр. Самосвал подвижной с подвеской Дюна 34 на 16 и на 16. Цена 178,60. Вот такой самосвальчик, смотрите. Тогда были побольше, это поменьше. Такой пластик толстый, не тонкий, сразу говорю. Мне кажется, даже не будет падать, если уронят дети, то он не разобьется, потому что пластик тяжелый очень. Такой толстый, имею в виду, не тяжелый. Толстый. Стенки везде такой мощный. 178,60. Альт-Пласт производитель. Скумбрия дальневосточная. 250 грамм. 52,30. Вот такая скумбрия. Васи сардина 41,10. Акция сайры копченый 2 и плюс 1 99,60. Так, что тут еще интересно? Паштеты, сардины, шпроты в масле. Домашние консервы 38,10 с ключом вот таким открывающим. Говядина тоже с ключом. Так, цены на говядину особая. Да. Так, 300, 300. Нет, это 520. На это я не вижу цены.
Так. Это 525, Балтика 53-50. Вот это говядина. Это свинина вообще-то, не говядина. Опять не это. Вот она, вот это вот. Вот это говядина. А это свинина. 325-38-80. Борщ вот такой. В баночках. Они там все. Такие полуботиночки женские и мужские от 36 до 45 размена. Цвета в ассортименте. Смотрите, как они выглядят. Так, кто же у нас производитель? Так, текстиль, материал вверх. Низ ПВХ, импортер. Так, Краснодарский край. Так, производитель. Китай. Производитель Китай. Вот почему есть. Копайте, сыпите. Кто вам не дает? Так, полботиночки, полусапожки, мужские и женские. А женские где здесь? Они написаны на них женские. Матрас вот такой. 80 на 200. Высота 5 сантиметров. На матрасник. Съемный. Ткань вверх микрофибра. 1030 рублей 10 копеек. 1030 цена. Вот такой он. Есть такой поплотнее, мне кажется. Просто, может, кажется. Так. Комплектный. Так, комплект постельного белья. Двух с палочкой. 510 рублей. Ой, подушки лебяжие. 226 все это было. Так, полотенца махровых. Посмотрите, еще привезли или выложили. Смотрите, сколько их много полотенчиков. И комплектов очень много. Так, также простыни вот такие на резиночке. ХБшечка 100%. Резиночка вот такая, 455-10. В предыдущих видео я показывала вот эти комплекты ночных, вот такие. Только не было штаниш этих футболочек. Вот такие футболочки с этим штанишком. Видите, цена, еще раз повторяю, 307 рублей. Вот еще сейчас покажу вот такие. Вот они, я показывала. Вот они, серые штанишки, такие в клеточку, вот эти зеленые, да, такая клеточка серо-зеленым. И вот такая футболочка. Вот 46 размер. Размеры от 48, я даже 46 нашла, там написано от 48, от 46 до 56 размера на эти комплектики. Вот эти. Так что приезжайте, покупайте. А вот еще, смотрите. Такие это что? А это... О, падает, сейчас поднимем. А это полностью в один цвет, наверное. Да, вот она. В один цвет. Угу. Торговая компания. Разворачивать не буду, потому что опять все раскидают. Кстати, в интернете я видела даже дороже вот эти комплекты. Поэтому здесь дешевле. Вот смотрите, 307 рублей 40 копеек. Поэтому приобретайте, если кому надо, приезжать. Такие блюдца-тарелки глубокие. И такие все еще есть. Их много в наличии. Может, как кто-то пропустил. Видите, какие разные. Может, кому-то надо. Также я еще хочу показать. Вот такая форма алюминиевая. 103 рубля. Смотрите. Может, тоже кому-то надо. Может, пропустили просто люди. Не смотрели.
такие вот наборчики столовые 1122.90. Я еще раз хочу показать, смотрите, такое стекло. Вот они. Вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. До новых встреч в эфире. Спасибо за то, что вы смотрите меня.